возможность делать ошибки. То есть, знаете, там, когда-то вот я там приходил, вот это вот здесь у всех у нас разный уровень. Так, кто-то уже, вот кто прошел тренинг НЛП? Вот. Есть люди, которые уже прошли тренинги, да. А есть кто только первый раз, да, вам особенно завидую, потому что, вот, в общем-то, учиться рядом с людьми, которые уже прошли, которые более натренированы, это один из самых эффективных способов, да, потому что мы учимся, когда копируем других людей. Вот. И здесь вот, что значит, как бы, право учиться, да, мы допускаем, что каждый здесь может ошибаться, да, там, я когда учился, знаете, тоже ошибался, да. Вот, в принципе, там, когда я только там познакомился с НЛП, я был так человек исключительно замкнутый, вот, как бы, мне было вообще сложно общаться с людьми, то есть, вот, это, вот, и постепенно, да, как бы, ошибка за ошибкой в коммуникации у меня пришел опыт, да, благо были люди, которые помогали мне во время обучения, то есть, когда я ошибался, они мне подсказывали, говорили, что все хорошо, не волнуйся, мы все так учились, там, вот, заново, давай еще разок, вставай, давай, и какой-то момент, да, начинает получаться. То есть именно поэтому мы договариваемся о том, что здесь как бы спокойно, пожалуйста, все мы можем ошибаться, и это хорошо. Вот. Мы тем самым быстрее учимся. Да. Еще один момент — это то, что мы здесь собираемся, и у нас здесь безоценочное суждение. То есть мы не оцениваем друг друга, кто мы, что мы. Да. Вот мы можем выйти за дверь и дальше вот применять все вот эти рамки, шаблоны, которые мы привыкли в жизни использовать, что ладно, то хороший, этот плохой, этот такой, этот сякой. То есть все вот это вот оценочное осуждение, которое, в принципе, у многих людей есть, да, в том числе и у нас, вот, а мы его оставляем за дверью, да, здесь мы друг другу помогаем в овладевании теми навыками, которые у нас есть. Вот. Собственно говоря, это два основных правила, то есть, да, подходить спокойно, да, все мы учимся, кто-то вот в самом начале начинает, кто-то уже более продвинутый. Вот. И то, что мы подходим без каких-либо оценок, да, то есть совершенно спокойно. Все мы когда-то начинали учиться, да, все когда-то ничего не умели там, и так далее. Да, и еще одно, может быть, такое важное правило для тех, кто проходил тренинги у Филихатова. Были? Здесь сейчас нет? Тогда есть НЛП, так называемое, да, то есть это там, где они навыки коммуникации используют для того, чтобы там страхи наводить и всякое такое. Короче, здесь там правило, потом, когда другие будут люди, да, приходить, мы их передадим, да. То есть мы здесь позитивное внушение, да, делаем, там, мы сами стараемся, и люди, которые, то есть вы когда будете тренировать косвенное внушение, там, да, чтобы они были там, на успех, на удачу. Не стесняйтесь, да, да, можно сыпать. То есть мы как бы мы не за зло, мы на доброй стороне. По крайней мере, здесь, в рамках этого, там, ну, не знаю, кому-то надо, если, не знаю. Мудрости тоже мало не бывает, поэтому щедро, так сказать, косвенное внушение добавляйте людям мудрости. Ладно, теперь